друзья! Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. Я сегодня буду играть в развлекающий поручий домик. Да, привет, друзья! Сегодня Алиса будет играть в развивающую игру для детей. Игра-пазл, которая называется «Чей домик?». Да. Ну давай, распаковывай, мы посмотрим, что это за игра и как в нее играть. Давай, пленочку снимай. Номер бусы. Номер бусы. Так, давай пленочку уберем. Она легко открывается. Да, конечно, легко открывается. Открывай. И будем смотреть, что там есть. Сейчас сама. Давай. Вот. Так. Инструкция. Коробочка. Так, на, разрезай. Спасибо. И посмотрим, что здесь за игра. О, тут даже правила есть. Тут несколько игр даже можно играть. А ниже, Алиса, разрезай. Давай я тебе разрежу. Давай, ты неправильно разрезаешь. Я тебе сейчас разрежу, а ты достанешь. Хорошо? Дай. Так, ну давай, показывай, что там есть. Показывай, что там есть. Там есть вот такие картинки, да? Вот такие картинки. А, тут вот картинки, они уже собраны. И тут нужно домик показывать. И потом угадывать, чей это домик, да? Вот они такие картинки. Вот, например, кит, да, и море. Море или океан – это домик кита, да? Вот, например, скворечник, да, скворечник – это домик для скворца. Пока Алиса разбирает и вверх раскладывает, чтобы было видно, а я пока посмотрю, какие здесь игры есть. Игра в занимательной форме знакомит с различными животными и особенностями их жизни. В процессе игры у ребенка развивается внимание, мышление, речь, расширяется кругозор. Пазловые замки на элементах тренируют мелкую моторику рук, развивает зрительно-пространственное восприятие, позволяет оценивать правильность выполненного задания, приучает к самопроверке и самоконтролю. Методические рекомендации. Наличие пазлового замка на элементах позволяет собирать карточки самостоятельно. Предлагаемые варианты игры рассчитаны на 2-6 участников. Игру лучше начинать под руководством взрослого. В период знакомства с животными, изображенным на карточке, необходимо рассказать ребенку о том, как это животное выглядит. Да, Алисе 3 годика. Где обитает, чем питается, как может передвигаться и так далее. Еще я разрезала. Сейчас я прочитаю. Количество карточек, используемых в игре, стоит увеличивать постепенно, учитывая возраст и индивидуальные особенности каждого ребенка. Рекомендуется начинать с 2-3 карточек и добавлять по 2-3 карточки в каждой следующей игре. Очень важно проводить игру на положительном эмоциональном фоне, создавая ее участникам ситуацию успеха. Очередность хода можно определять с помощью жребия или считалки. Ну и здесь несколько вариантов игры. Игра «Третий лишний», игра «Строим ряд», игра «Что общего?», игра «Играем в прятки» и игра «Запомни и узнай». В комплект входят карточки, состоящие из 2 элементов с пазловым замком, 18 штук и правила. Ну, давай, мы будем играть пока в свою игру, в ознакомительную, да? Алиса будет... Давай, показывай, что это. Курочка несет. Покажи курочка. Покажи курочку. Вот она, курочка. Как курочка говорит? Ку-ку-ку. А где курочка живет? Где курочка живет? Вот. Вот, курочка живет в курятнике. А что курочка умеет делать? Бить яйцо. Нет, не бить, нести яйцо, да? Нести. Вот давай теперь складывай, соединяй. Ой. Не, не здесь, вот здесь вот у себя, Алис. Нет, а вот здесь-то не видно. Давай вот здесь вот. Нет. Алисочка, вот здесь вот давай. Нет. Потому что вот здесь не видно. А мы вот здесь вот увидим, и ребятки увидят, как ты собрала, да? Ты соедини и покажи, что ты собрала, как ты собрала, разверни, покажи, а потом положишь. И скажешь, курочка живет где? А?
Курятники, да? Переверни, чтобы все видели, что ты правильно собрала. Вот, да, давай я покажу. Она ее ломает. Да, вот так вот Алиса нашла курочку и ее домик. Давай, держи, складывай. Так, для курочки Алиса домик нашла. Молодец. Я уже котик. Да, собрала. Ну, давай теперь выбирай еще какое-нибудь животное. Котик. Котенок. Что котенок умеет делать? Он несет. Как котенок разговаривает? Мяу-мяу. А где он живет, котенок? Где котенок живет? Ну, скажи, где котенок живет? Тут. Нет, там собачка живет. Котенок, наверное, живет. Котенок любит жить дома, с детишками, с людьми, да. И он, наверное, любит жить там, где тепло. Может, где-то печка есть, если это дача, да? Ну-ка, вот это вот что такое? Что это такое? Мороженое. Где это мороженое? Нет, это не мороженое, это гнездышко. Так, что-то я тоже не вижу, где тут может котик жить. Ну-ка, давай поищем. Так. Нашли! Покажи, покажи домик. Котик, это специальная такая корзинка для котика, да? И рядом чашка с молоком стоит. Да. Алиса нашла. Молодец. Ну, корова же его пьет молочко. Нет, корова дает молочко, а котята пьют молочко, да? И маленькие детки должны пить молочко, потому что оно полезно. Ну, давай, ищи другого животного или птичку. Собаку. Собачку нашла. Где? Как собачки умеют разговаривать? Гав-гав. Гав-гав. Так, правильно. Алиса нашла будку, да, где живет собачка. А как эту собачку зовут? Гав-гав. Нет, ну гав-гав это собачка так гавкает, да? Гав-гав чичу. Так, Алиса нашла жилье собачки. Это будка, да? И рядом с будкой нарисована косточка. Это любимая еда собачки, да? Да. Ну давай еще тогда. Это кто? Дельфин. Нет, это кит большой. Кит. Синий кит. Где кит живет? Вот. А что это такое? Река. Нет, это не река, это океан. Океан. Да. В океане живут киты. В большом-большом океане. Киты любят воду, да? И они там живут. Молодец, Алиса нашла четвертый домик уже, да? Да, а потом мы будем четвертый пазл снимать. Да. Давай ищи другого животного. Ищи. Да. Ищи другого животного и ищи домик. Так, ну-ка. Это кто? Птица. Орел, наверное, орел. Да? Ну давай искать, где орел живет. Где же орел живет? Ну-ка давай вот здесь вот посмотрим. Так. Где же живет орел у нас, а? О! Нет, нет, нет. Орел живет высоко-высоко в горах, да? У него там гнездо на это высоко в горах. Как раз около тебя карточка лежит. Где гора и где гнездо? Вот, Алиса нашла гнездо. Потому что орел это такая здоровая, сильная птица. Она летает очень высоко-высоко, да? И гнезда у него высоко, у орла, да? Молодец, Алиса. Возле курочки. Да, возле курочки пускай орел. Ну, давай следующую будем картинку искать. Давай, кого ты будешь? Чей домик теперь будешь искать? Ну, давай вот. Кто это? Медведь. Как медведь может рычать? О, а где медведь живет? Где медведь живет, а? Там нету на картинке. Где медведь живет, скажи? В мультике Маша и медведь. Где медведь живет? В лесу, да? А в лесу у медведя что есть? Берлога. Да? Нет, ну подожди, надо найти берлогу.
Вот, наверное, вот это вот. Медведь же зимой спит, да? Да. Мне кажется, это вот эта вот берлога, да? Она как-то нарисована, не очень понятно, но судя по цвету карточки, потому что это лес, да, снег, и такой пар идет, это медведь так дышит, да? Молодец, Алиса, давай следующую карточку искать. Кого ты, чей ты домик сейчас будешь искать? Это кто у нас? Бобер. Бобер? Бобры живут в реках, там, где они строят плотины, делают из всяких деревяшечек запруды всякие, плотины строят, да? Ищи речку, где водичка, и где много палочек там всяких, погрызенных, потому что бобры любят грызть палочки и строить из них плотины. Вот, правильно, ты в том направлении смотрела. Нет. Вот, где река, где синий цвет? Вот, нет, это озеро, наверное. Вот, посмотри, вот это похоже? Да, мне кажется, это похоже. Это домик, где живет бобер. Бобер, кстати. Да, это река. И бобер там построил свой домик. Молодец, Алиса. Чей дальше домик будем смотреть, искать? Муравей. А где муравей живет? В муравейнике. Помнишь, мы в лес ходили, когда за грибами? Мы там видели большие-большие такие муравейники, кучи такие большие. Ну-ка, найди такую кучку большую. Где муравейник? Нужен там лес и кучка такая большая, коричневая. Ну-ка. Нет. Муравьи не так разговаривают. Муравьи, ну, они как-то тихо между собой разговаривают, да? Так, кого следующий домик? Мухи. Это не мухи, это пчела. Или шмель. А пчела живет где? Будет. Ну, давай ты уже что, птичку будешь искать? Так, птичка, давай птички. Где гнездышко у птички? Она в дупле, наверное, живет, дерево, и там дупло. А нет, подожди. Подожди. Так. А, это ж скворец. Это скворец. А скворцы живут где? Папа не увидел сначала, что это. Скворцы живут в специальных домиках, которые им делают люди. Нет, но тут живут другие птички. А скворцы живут в скворечниках, да? Ну-ка, где скворечник, домик? Домик, где скворечник? Поищи. Правильно, покажи его всем. Вот такой домик, где живут скворцы. Вот тут. Так. Там нет много места. Тогда отсюда вот эти вот убирай, потому что, чтобы они тебе не мешали, раз ты тут соединяешь. Так, осталось у нас немного карточек. Чуть-чуть. Так, ну давай дальше. Чей ты домик будешь искать? Ну давай, вот ласточка лежит. Вот ласточка, бери. Ты все-таки пчелку хочешь. Ну давай пчелку. А пчелки живут в уликах, да? А где у нас улик? Где у нас улик? Так. Нет. Это не улик. Вот, правильно. А здесь вот пчелки живут. Это так правильно, пчела. Перепутала сначала. Давай, соединяй. Молодец. Дальше чей домик будет Алиса искать? Лягушка. Давай. А где лягушка живет? Лягушка квакушка. Как она квакает? Хорошая лягушка, Алиса. Лягушка живет на озерах, на озерах и в болотах, да? Ну-ка найди, там, где много камышей. Да? Где камыши? Нет, ты что? Это же дерево с дуплом. Как лягушка может быть в дереве жить, в дупле? Ну-ка найди, где озеро и где камыши растут. Ну-ка найди. Правильно, покажи всем ребяткам. Я прячу перепутала. Да, покажи ребяткам. Я прячу перепутала.
перепутала. Да, Алиса просто перепутала. Вот домик. Ну давай, соедини. Нет места. Ну ты сейчас можешь уже около себя складывать. У тебя уже мало карточек осталось. Складывай это, соединяй со своей стороны. Так, дальше чей домик Алиса будет искать? Это кто он? Морской конек. Нет, не конек, это морской котик. Морской котик. Или тюлень. А, это морж. Морж. Морж, да? Да. А они живут там, где холодно, в Антарктиде, там, где льды. Да? Ну-ка найди, где лед. Где лед? Правильно. Покажи домик, где живет морж. Или тюлень это. Кто это? Тюлень, наверное, да? Тюлень. Тюлень, соединяй. Да около себя уже, тут. Алиса, делай. Да тут пусть. Вот тут? Так. Паучок хочет свой дом найти. Где паучок? Где паучок? М? Где паучок? Паучок? Ну-ка найди паучка. Вот он. А где паучок живет? Что он любит делать? Плести. Плести паутинку паучок любит, да? Да, мухи. Да, а там он ловит мух и всяких насекомых попадаются, которые в паутинку. Он плетет свою паутинку, там живет, да? Да. И паутинки... У меня там носки. Ой, носки. Подтягивай носки. И в паутинку попадаются там всякие мушки и мелкие насекомые, да? Да. Так. Алиса делает домик для паучка. Ну давай, соединяй. Он будет перевернутый. Нет, ну как ты перевернутый? Он же должен это совпасть. Пазл должен совпасть. Поэтому соединяй. Наоборот. Вот, правильно. Вот так вот. Молодец. Ну, всего ничего, домиков-то осталось из зверюшек. Чуть-чуть. Давай, чей домик дальше Алиса будет искать? Ласточка. Ласточка живет в гнезде под крышей, да? Где крыша? Черепица где на крыше? И гнездышко ласточкино? Нет. Это, по-моему... Нет, это... Где крыша? Нет, крыша где? Черепица и гнездышко коричневое. К крыше присоединено. Ну-ка, правильно. Покажи ребяткам. Да, вот домик, где живет ласточка. Ну, давай, делай. Так, да ты около себя уже делай, у тебя уже мало карточек осталось. Давай найдем, где живет лошадка. Где лошадка у нас? Где у нас лошадка? Правильно, бери ее. А лошадка живет в конюшне. На конюшне там должна быть подкова нарисована, да? Где подкова и конюшня? А? Ну-ка, найди. Правильно, покажи ребяткам. Вот конюшня, правильно. Соединяй. Алиса нашла домик для лошадки. А как лошадка умеет? Что лошадка умеет делать? Скачить. Скакать. Как она скачет? Иго-го. Нет, иго-го это она так ржет, лошадка, иго-го. А скачет, как она цокает копытками? Правильно. Давай найдем домик для белочки. Где у нас белочка? Правильно. А белочки любят жить в деревьях, в норке, в норку специальную, дупло, которое называется, да? Где дерево с дуплом? Нет, у нас же тоже около дома бегают белочки, они на деревьях живут, да? И там себе домики делают. Ну-ка, где дерево? Где дерево и дырочка в дереве? Правильно. Там и дырочка. Покажи нашим друзьям. Там дырочка. Да, покажи ребяткам дерево, где живет белочка. Молодец. Это вот так. Да, складывай. Да, когда мы еще закончим пару других пазл, мы будем еще делать духи. Да, много чего будем делать. Ну и у тебя всего осталось два домика. Лисичка и мышка. Ну-ка найди, где мышка живет. Давай лисичку. Ну давай лисичку.
Лисичка живет в лесу, в норке тоже, да? Правильно, Алиса нашла лес и нашла норку, где живет лисичка. Соединяй. А мышка тут. А мышка живет в норке, да, под полом. Так, Алиса, соединяй. Молодец. И мышки. И мышку Алиса нашла, где живет. Пол, норка, там дырочка, и там мышка живет. Умничка, Алиса. Алиса, итак, Алиса нашла... Нет, все правильно ты соединила. Да. Домики для всех животных. Это лошадка, лисичка, белочка, мышка, ласточка, паучок, собачка, тюлень, скворец, кит, котенок, бобер, пчела, муравей, курочка, лягушка, орел и медведь. Вот как Алиса сделала, сколько сделала всяких пазлов, да? И нашла домики для всех друзей животных, да? Потому что все животные и птицы – это наши друзья. Их нужно любить, да? И беречь. Я люблю только киску. А Алиса любит только киску, потому что Алиса говорит, что она сама киска, да? Ну, супер. Ну что, говорим нашим ребяткам, друзьям, пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы Егора. Ставьте. И оставляйте. Комментарии. И оставляйте комментарии. Сердечко, смотри. Да. Всем пока-пока.